Экскурсия по больнице скорой медицинской помощи начинается с пищеблока. Это отдельно стоящее одноэтажное здание. Строительные работы здесь фактически завершены. Первое помещение – обеденный зал для медперсонала. Сюда уже привезли раздаточный стол и стол для подогрева пищи, холодильные камеры. Оборудование, которое имеется в существующей больнице скорой медицинской помощи, оно, естественно, оно как бы и устарело. Сейчас новое современное технологичное оборудование. Сейчас что здесь есть у нас по факту? Сейчас у нас здесь по факту поставлены все плиты, холодильники и морозильные камеры, все, что необходимо для деятельности пищеблока. Дальше по коридору помещение, где будут готовить. В этой небольшой кухне смогут накормить всех находящихся в больнице. По проекту она рассчитана на 540 коек. Уже привезли котлы для первых блюд, жарочные шкафы, морозильные камеры для разных продуктов в отдельном помещении. А что-то посмотреть можно? Обязательно. Здесь все открыто, можно посмотреть. Довольно вместительные камеры мы можем открыть и продемонстрировать. Морозильная камера объемом 10 кубических метров, в принципе, предназначена для хранения пищи. Допустим, здесь будут храниться мясные продукты. А также аналогично будут храниться в аналогичной камере рыбные продукты. Приготовленные завтраки и обеды доставят больным по подземному коридору. Отделочные работы в главном корпусе уже завершены на 8-м и 7-м этажах. Можно увидеть, какой будет стандартная палата. Остается проверить систему электроснабжения, систему связи, пожарную сигнализацию. Собственно, она тоже в рабочем состоянии, но она требует там наладки и проверки. Ну, естественно, водоснабжение. Ну и в последующем мы сейчас занимаемся приобретением оборудования. Здесь будут, естественно, койки, стольчики, телевизоры. Все, что необходимо для... Собственно, для тех, кто будет здесь находиться. В здании больницы смонтированы все инженерные системы, лифты. Идут пусконаладочные работы в котельной. Здание больницы скорой медицинской помощи должны достроить к сентябрю. Дина Ислеева, Сергей Данилин, телекомпания «Город».